вас приветствует супермаркет Семян. Перед вами упаковка от компании The Reuters Seminis, а именно розового томата Пандороза. На упаковке вы можете увидеть логотип компании. Вот здесь вот указано, что это уже The Reuters Seminis. Также название культуры это томат, название гибрида Пандороза, номер партии, количество семян в данной упаковке, калибр семян и информация, обработаны семена или нет. В нашем случае семена не обработаны, они не обработаны тирамом. На обратной стороне еще раз указано, что семена не были обработаны, а также указан номер партии. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.